Так, ну что ж, московское время 3 часа ночи. А я чувствую, что я не могу спать без, собственно, новой серии Резидента. Потому что весь день не мог в игру зайти, из-за того, что у меня не работал Steam. А там находятся мои сейвы, облачные, так сказать, эти все баллы. Я не мог зайти, не мог поиграть, а ломка была, потому что тут, извините меня, 5-й тир прокачек. У нас Эшли опять свистнули. Да, у нас-то драка, у нас сейчас поход в тронный зал, огромный, летит на пол карты просто. Там босс-файт. Я не смог поиграть, и, ну, как в этой ситуации спать? Никак. Только что кверху каком, но это сложно. Правильно? Правильно. Так что всех приветствую. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Найтгвард. Ну что ж, ребята, новая серия Резидента. Напоминаю по традиции про то, что у нас, собственно, действует акция «Поставь лайк, позови друга», «Напиши комментарий», «Подпишись на Бусти» и Телеграм. Это очень важно. Ну и у нас очередная серия, собственно говоря, аналитического захода в Резидента. Аналитического. То есть я буду не кричащим, жесткая аналитика, так сказать, тактика, проходы и ничего более. Все сделали, поехали играть. Так, сейчас, наверное, первостепенно, куда я схожу, это все-таки тир. Я пока не уверен, будет ли он дальше, поэтому надо сейчас небольшие гештальтики позакрывать. Да. Сейчас постараемся просто хотя бы один набор трешек получить. У нас просто еще есть где получать, это два раунда, где, собственно, их можно получить. Это спаренные наши пушки, то есть вот здесь можно собрать спокойно, да, так сказать, две голды, спокойнейшим образом за баллы и за, собственно, стопроцентное попадание в метки, в черепушки, это две голды забрать. И забрать здесь, да, тоже одну-две голды, то есть собрать еще одну треху, открыть еще сильверы, и, в принципе, тогда можно уже спокойно дальше двигаться по сюжету игры, то есть не закрывая тир прям 100%. Потом, может быть, подзакрою его уже после. Потому что, как я понял, здесь, в принципе, товар, который есть с этих монеточек, это только подвески. Да, они прикольные, они сильные, но они как бы... Если там либо оружие или обвесы, что-то типа такого, я бы упарывался до тех пор, пока вот мои слюни не растесало бы просто по хлебальнику вместе с перемешку с соплями и кровью. Но так как у нас здесь только подвески, то, в принципе, сейчас сделаем еще один набор голдовый и пока закончим. Потому что все-таки довольно муторно здесь забирать прям все награды. Местами легко, как вот было с дробашом, да, прям легко, а местами что-то какая-то вот прям задница, потому что стрельба с того же пистолета, она, понимаете, она даже не про скилл, она, блин, про рандом, там вот время ограничено, цель двигается, да, все как бы выставляешь правильно, а пуля, она летит просто там... Не знаю, там, видимо, какое-то колесико крутится сюда, сюда, сюда. Это нужно просто играть много раз. А это как бы не совсем интересно, когда у тебя есть сюжет. Поэтому сейчас поехали, по разику зайдем, по разику по 2. В 2C и, собственно говоря, в 1C. Давайте, наверное, начнем сначала с 1C. У нас здесь винтовка плюс пистолет. Так, значит, нам требуется 8000 и закрыть все вот эти штучки. Доп. Условия открывается по ходу игры, после первого прохода. Правильно? Правильно. Все, поехали. Так, это легко, это нелегко. Да в смысле? Это как будто было место под винтовку, знаете, не под этот, не под пистолет. Вот здесь как будто двойные прострелы под винтовку. А я использую чисто пистолет. У нас же еще винтовка есть при этом, да? Ну да, есть, на 7 патронов, все правильно. Вот они, видите, нюансы сложные эти. Так, метка, 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 метка. Есть. Дальше бочка. Есть. Музыка, кстати, классная. Музыка просто офигенная. Так, откачусь. Тихо. Это было очень сложно, кстати говоря. Да ёб твою мать. Так, бонусное время пошло. Тихо. Что у нас здесь? Где? Где что? Воу! Ёб твою мать! Винтовка! Раз выстрел. Два выстрел. Три выстрел. Четыре выстрел. Ну я сразу забрал все три серебра, то есть по очкам я молодец большой. Цели я снес все, там был только один минус у нас.
S-класс, 1 голд, новый рекорд. Так, а доп. Условия так и не помню, какое там было у нас. То есть я, в принципе, так открыл эту дополнительную зону. 2 из 7. Я вообще не понял, где находятся остальные. Я промазал по одной, это 3 из 7. Видимо, где-то были заныканы за бочкой, хер его знает. Прям неприятно. Два оружия, прям неприятно. Займи правильную позицию. Да, очки забрал, Займи видите? Место, откуда сможешь прицелиться. Да, все, я понял. То есть там, видимо, надо как-то под углом попасть, вот именно. Короче, наверное, было много чего сокрыто за спинами матросов. За спинами матросов для выстрела с винтовки. Ну, ща посмотрим, но, блин, там еще 4 нужно добрать. 4 добрать этих. Скажите, пожалуйста, черепка, это прям тяжело. Давайте сейчас глянем на вот этот вот заход. Тут у нас помповое ружье плюс ТМПХ, то есть это немножко другое, да? У нас здесь была что, винтовка плюс пистолет. Тут у нас дробаш плюс ППшка. Вроде как попроще ситуация звучит. Вроде как. Тут вообще супер хардкор. Тут, не знаю, попасть по всем вот этим вот черепкам с ТМПХи. Не знаю, у нее разброс просто, ну, невыносимо странный, поэтому... Поехали, посмотрим 2С. Кстати, а доп. Условия тут какое у нас было в этом месте? Просто всех пиратов снести. Понял, это легко. 3, так. 2, 1, огонь. И стартуем с ТМПшки. Понял. Довольно просто, я бы сказал. Ага, откатываюсь. Тихо, успею! Сука! Не успел. Не успел, ребята, не успел. Ай, там же дробаш у нас был. Надо было давать дробаш эти тройные. Так, ну пока что я для себя картинку вырисовываю. Общие драки. Так, морячки. Вот как здесь попасть по этой? Скажите, пожалуйста, по значку по этому. Вообще не ясно. Ну, поэтому можно было попасть. Ага. Так, одну цель просрал. Количество жетонов тут всего на все 4 жетончика было. То есть, в принципе, возможно. Собрал серебро 2 штучки. Ага. То есть, что у нас здесь? Надо набрать 12 очков, чтобы получить голду и снести 4 жетончика. Снести всех пиратов запасом не менее 30 секунд. Так. У нас на двойку, значит, дробаш. Ага. Тихо, это под дробаш. Это под дробаши. А, вот, автоматом считается, я понял. Так, тихо, ТМПшка, успеваю? Вроде успел, готов. Тут прям откат очень долгий, по 2 оружия, видимо. Ну ладно. Так, хорошо. Дробаш. Есть. 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 Да, это штраф, но это покер. Зато был значок. А-а-а, значок опять. Топ-премия. Так, хорошо, 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 хорошо. Очень кривая стрельба, ну ладно. Явно под ППшку было дело. Тихо. Вот что-то успел. Так. Я взял голду одну. 2 из 4. 2 из 4. Так, подожди, а где же я просрал? Одну, я помню, была там, в той игре. Где же была вторая? Второй пимтик, вот в чем вопрос. Видимо, где-то здесь, в одной из этих зон прострела. Но здесь как будто в конце чисто под ППХу. Тут вообще нет ничего под дробаш. То есть вопрос там только как сыграть. Мне надо не пропустить ни одного из пиратов. То есть мне на очки насрать. Я уже забрал жетон за очки. То есть могу, в принципе, попадать там дробашом даже по пиратам, по матросикам, в смысле. Это не проблема. Ну, как будто здесь можно забрать сейчас золотой жетон, как бы. И как раз таки у нас будет сборка из 3, и все будет великолепно. Да? Давай, поехали еще раз. 2, 1, огонь. Так. Есть, есть. Есть, есть.
Есть. Тихо. Подрабаш. 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 Откат дробаша есть. От... Быстрее откати, быстрее, быстрее. Успею? Успел. Великолепно. Хорошо. 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 Так, тройные пошли. Есть. 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 В смысле, как мимо? Я же сейчас попал. Да, да как? А, и вот здесь жетон. Тут, в принципе, легко жетоны собрать вообще изи. Вот четвертый жетон был здесь. То есть это вообще не сложно. Если дробаш хорошо даст, то, в принципе, изи. Но здесь тут вообще легко. Не успеваю, да? Не успеваю. Здесь, короче, забрать 4 жетона вообще не проблема. Но если просто хорошо раздать. То есть они все, все в этой игре. Ну, поехали, наверное, еще раз. Поехали. Собака. Так, тройная есть. Есть. Вот здесь засчитался почему-то, а там не засчитался. Как это работает, непонятно. Готов. Так, тройные матросики. Есть. Есть. Засчиталось. Так, сейчас самое главное, это метку снести. Блять. Есть, бонусное время есть. Готов. Откат. Все сделал? 3 из 4? А где я одну пускаю, собака? Стоп, там их оказывается 3. Сука, за бочкой, что ли, где-то надо аккуратно снести, не попадая в голову, снести именно бочечку, что ли, в начале. Как будто за каким-то из бочковиков в начале есть... типа там же попадаешь в бочку, сначала бочка сносится. Все, которые я увидел, я попал во все. Засчитались все, это только 3. Сука. То есть сейчас серебро собрал под сборки, а голду не собрал, да? 2 жетона. Блин. Там Эшли как бы ждет, ну. Че у нас здесь выпало? Мины. Прикольно, но не очень круто. Стрелы. Тоже херня. Так, ладно, сейчас я пойду немножко попытаюсь здесь найти, где находится этот парень. Если найду, то я вам, собственно, сообщу. Так, инспектор гаджет нашел все, что нужно было найти. Давайте пытаться еще раз. Нас сейчас не волнуют вообще очки, вообще насрать на них. Самое главное сейчас забрать голду. Поехали. 3, 2, 1. Огонь. Так. Значит, здесь все окей. Это первая партия. Смотрите, вот она. Твою мать, как теперь надо все заново переигрывать, что ли? Почему не попал по нему? Я ж попал. Сука. Короче, нашел я этот пимтик. Блин, почему нет кнопки сброса? Типа, начать заново. Надо теперь ждать. Да не хочу я заряжать. Хочу заново начать, а то этой кнопки такой нету. Это вот ужасно очень. Так, давайте еще раз. Поехали. Ошибаться нельзя, потому что так как раз переиграть. Может сейчас дробаша по нему дать. Вообще на очки насрать. Типа, это первая партия, пусть проезжает. Вообще пофигу на... Ну просто пофигу. Есть. То самое главное мы сделали. Так, тройная. Есть. 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 Откат пошел, хорошо.
Так, это перезаряжаем тоже. Сейчас наш дробаш сработал правильно по этим двум, которые будут у нас здесь. Так, матросики пошли. Очень хорошо. Великолепно. Да ну как? Сука, да какой штраф? Да ёб твою мать. Сейчас опять надо все переигрывать заново. Ну... Очень хорошо. Это просто жопа. И здесь тоже засчиталось. Какого хера? Вот и все. Как я могу контролить дроби, именно как они вылетают? О боже. О боже. Пустите меня уже к девочке. Дайте мне эту последнюю. Голдяху. Так, хорошо. Самое главное мы сделали. Хорошо. Откат. Все сделали, все верно, все классно. Все, наш дробаш не ошибся, и все, все остальное пыль. Как дробаш, не ошибайся, родной. Первая. Вторая. Да ну как, сука, да как ты, блядь? Горит жопа, горит жопа. Не знаю, мне прямо вот здесь встать? Это попал. Ну это пиздец. До этого все разы всегда попадал в эту третью, теперь промахиваюсь по ней. Да насрать на ваш A-класс, мне нужна эта гребаная голдишка, последняя. Дайте сделать, гады. Я уже нашел ее, разгадал вашу загадку сраную. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так. Есть. Есть. Так, это вот сейчас тот самый шанс, да? Тот самый идеальный, это он. Так. Да насрать на эту собачку, насрать на нее. Уходи, уходи. Есть. Да ну... Почему перестала попадать, блядь, третья? Что за кал, юб? И здесь тоже. Я не могу, это просто бред какой-то. Вот и все. Это просто какой-то бред. Должен сказать, мы... Как я до этого попадал? Огонь. Я не понимаю. Хорошо. Неужели начал волноваться? Конкретно прям. Давай, 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 друг, быстрее. Да, да иди ты нахер, короче. Так, короче, я вот что проследил сейчас. Это видимо, сейчас, если я попадаю первый, если будет хорошо. Значит, смотрите. Они идут до самого конца. Вот до последней вообще линии. Я не смогу промазать по бинтику с упора. Это невозможно. То есть сейчас просто ждем вообще до упора вот здесь. Это сейчас самое важное. Попасть вот здесь. Все. Самое-самое важное мы сделали сейчас. По идее, должна быть победная. Ну, по идее. Я, конечно, не уверен. Короче, ждем до подъезда к нам. Вообще, на похер на патросиков и так далее. Кат. Так. Все, стоим, ждем.
Бам-бара-бам-бам-бам-бам-бам. Есть. Следующая партия. Там-там-таран-там-там, тики-тики-тики-там, тики-там-там, сам-ти-там-там, чин-ти-ти-тям-фа-там, пом-пи-тем, пири-бам-бири-бам-би-дум-бам-ба-бам. Есть. Это называется аналитика. Хорошо. Так, ну я думаю, что на этом все. В рамках, так сказать, прохождения, я думаю, это вполне адекватный контент. А, закрывать вот эти вот на голду. Здесь одна будет, здесь вот одна. Кстати, осталось-то всего-навсего две голды. Слушайте. Осталось-то две голды, то есть я в принципе не смогу закрыть только в перемешку с серебром. Но здесь прям тяжело будет получить. Тут прям очень тяжело. Здесь тоже я... Там да и на скорость и так далее. Тут тоже с винтовкой. А, подожди. А, нет, все правильно, осталось три. Осталось три, вот они. Ну, я в этом смысла, короче, не вижу. Потом, может быть, как доп-контент мы это сделаем. Итак, я просрал 20 минут серии. Ужас. Жду дизлайки, отписки. Так. Что же у нас в этот раз выпало? Что за приз? Ууу, что-то фиолетовое. Жук-носорог эпическое. Плюс 100% к цене лекарственных предметов при перепродаже. Такая крутая тема, но... Не совсем понимаю, что попадает под лекарственную перепродажу. То есть, туда попадает рыба, предположим, она же хиляет, или яички. Если да, тогда есть смысл. Если нет, тогда дерьмо. То есть, там, видимо, есть шанс что-то легендарное поднять. Раз есть эпическое, я не знаю, но... Блин, захотелось теперь узнать, что находится под голдой. Давайте это потом оставим. Я так могу, конечно, увлечься очень сильно. Это круто, но... До сих пор самый крутой бонус — это увеличение хила с помощью яичек. В бою, друг. И все. Все остальное, как бы, ну, не знаю, мне не особо нравится. Прикольный сам тир, но... Да, эпическая вещь упала. Но смотрите, есть синяя, есть теперь эпик. 100% лекарственные предметы при перепродаже. У нас там что, шанс создания патрона для винтовки, яиц всех типов с помощью гадюк. А, ну давай гадюки сменим сейчас. Что это справа? Это оно. Ну, вряд ли прям это повлияет вот на то, что я думаю. Типа на все вещи, которые хиляют тебя. На все яички, да, там, на гадюки. Если бы это было так, тогда ладно. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Ну, скорее всего, имеется в виду то, что я могу купить себе спрей и продать его за такие же деньги. Типа 100 на 100. Тебе важнее деньги или жизнь? Мне важнее сейчас купить ресурсы. Больше, не меньше. Верно? Ресурсы сейчас важнее всего. Я думаю, что так... На продажу рубины, сапфиры, каратель, изумруды. Кстати, здесь у нас на починку брони требуется 9500. Кстати, я не починил броню перед походом к боссу. У тебя есть доброго пути. Это очень странное решение с моей стороны. Ну а что поделать? Такое решение. Так, ладно. Сейчас, во-первых, сразу не совсем босс. Во-вторых, я сейчас опять вспомнил про... Собственно, то, что мы забыли вот тут поднять сокровище. Не нужна была у нас Эшли в пролазе в винном погребе. Но теперь ее нету, так что, как говорится, хаваем то, что есть. Выдвигаемся дальше по тому же лазу, где была сейчас Эшли, через ту же дверь, я так понимаю, да? По той же библиотеке. Патроны, амуниция, вроде бы все есть. Она же здесь была, правильно? О, квест спился новый. Ищу храбреца, которого прикончить этого жуткого рыцаря. Предупреждаю сразу, он гораздо сильнее, чем остальные. Одним ударом убивает сильнейших противников. А зона усыпальница 8 шпинелей. Я думаю, что он уже мертв. Это твой гребаный... Могу? О, могу. Это твой гребаный супер-мега-рыцарь. Я буду сейчас мстить за Эшли. Так, патрончики. А это переход в новую локацию. А, это прямо уже прямиком в зал. Не-не, подожди, подожди. Для начала пойдем вниз, сходим, конечно же, за рыцарем. Библиотечная зона, да-да-да-да. Я мечтал о том, что если попадем за Леона, я, собственно, с этими рыцарями поиграюсь. Так. Единственное, что у нас мало патронов на дробаша, но есть теперь, есть еще ресурсы. Так, находится снизу, у нас сокровище не здесь. Че, сука, выходим? Девочку маленькую обижали. Кстати, а вот и финальная мыша. Третья, квест завершили. Это здесь еще три шпинельки.
там 8 за рыцаря. Прям звучит очень жирно. Короче, игра стоит свеч. Игра стоит свеч. Так, синее пламя защищает нас от атаки этих засранцев. Да? Вот они, те самые маленькие вазочки, да, про которые мне писали очень много комментариев, что я пропустил дохерища ресурсов вот именно в маленьких вазах. Типа я не смотрел на предметы различные, на вот всякие полки, а там были маленькие вазочки с ресами. Но, блин, а что поделать? Так, у нас, значит, здесь слева библиотека. У нас там что в библиотеке было? А, что-то запертое. Понял. У нас нету ключей. Пошли посмотрим. О, сейф точка сработала. Чё, сука, драться будем? Девочку маленькую они, блядь, пугали. Говнари. Могу его ёбнуть? Конечно могу. Ну, это явно не тот самый, который жесткий. Это обычный кусок шпинели. Опа, шпинели фарм пошел. Шпинельный фарм, ребята. Чё ты, сука? А я уже не маленькая девочка, понимаешь? Ага. Ага. Дерзкий контрвыпад. Очень дерзко. Круто, да? Кстати, заметил, походу, фишку. Попадание много раз подряд в каску вызывает, типа, вибрации какие-то, и он падает на колено. Я, типа, его тушу после этого. Так, тут реально с них падают шпинели. То есть это прям, ну, типа, это точка шпинель фармов. Так, библиотека слева. Что-то закрытое у нас здесь есть. Вот где был, сука, последний сундук, который Эшли не подобрала. Блять, и уже все. Ну там, скорее всего, какой-то изумруд был. Я еще смотрел на вот эту вот зону и думал, блин, это же либо проход в тайник, либо это проход там, где я, собственно, выхожу. Это оказался тайник. Вот одного ключа как раз-таки не хватило нам здесь. Блин, ну ладно. Тут я не особо расстроюсь. Не получу, конечно, ачивку за все сокровища на локации, но... Как бы, а что поделаешь? Ну, если получится потом за Эшли что-то сделать еще раз, то я сделаю... Так, 300 песо, и слева от нас... А, тут же у нас кубик был, точно. Тут же у нас был кубик. Так, нам нужен квадрат слева, получается, прям квадрат. Ага, вот он, квадрат. И... Слушайте, подобрал, походу, методом тыка. Во! Вот это я ебу, вот это, ах, это вам, извините, не ключики с орлятами-змейками из Слизерина ебучего, открывающий нам доступ к каким-то золотишкам. Это М4А1. Ну, или винтовка штурмовая CQBR. А, нет у нас под нее места. Так, ща появится. Сейчас появится. Вот нам, собственно, дали новую винтовочку. Так, а сколько ты занимаешь места? Я думаю, что прилично. Слушай, а если я вот так состыкую это все дерьмо? Вот здесь разве не... Вот если такая винтовка помещается. О, поместилась. Она еще и с ручкой. Ну, скорее всего, патроны у нее ставятся такие же, как и у ППшки, да? Быстрый доступ. Ну, допустим, цифра 6. Смотрим. Так, ну, прицел, конечно, поначалу это просто... Как он называется? Кендл? Или карбайн? Короче, вот эта штука фирменная, вот эта ручка, блядь, для переноса оружия американская с встроенным прицелом, у нее какое-то название есть. Она абсолютно ублюдская. Нужен нормальный коллиматор или точка. Это что за система стрельбы такая через фонарик? Короче, поначалу можно скинуть этот ствол просто в тайник, чтобы он там лежал. Но это серьезная штука. Для залива именно боссов, ну, быстрого, это прям подходит. Странно, что они не дали реально нам связку ключей от Эшли, чтобы я открыл, если вдруг что, если что-то пропустил. Так, а теперь что у нас? А, здесь закрыто. Стоп. Так, какой из монстров нас туда... А, тут же точно, я забываю. Сейчас. Тут же по кругу теперь можно обойти, да-да-да-да-да. Ага, ага, ага. Это я наверху возле рубильника, возле палочки. Так, стоп, а где спуск вниз? Нас же интересует, получается, что? Прям этот. Хранилище то самое, которое снизу находится. Верно?
Нас вроде бы оно интересовало. Или нет? Так, и вот это тоже нас интересует, да, это лестница. Хорошо. Блин, как тяжело дышит-то. Блин, если она вот здесь выронила под нами реально драгоценности, то как бы ключи тоже должны были упасть туда вниз. Этого не произошло почему-то. Так, стоп. Во-первых, вот еще тайник, да? Поехали. Как будто все очень просто. Но при этом так сложно. А, еще второй есть. Вот такой. Но он тоже не подходит, как будто, да? Как будто... А, их тут три таких. А-а-а. Нам требуется смежный круг, круг снизу. А, вот и прорезь, все. Крутил, вертел, нашел. Просто деньги. Ну, неплохо, золотая рысь. Конечно, не винтовка, но тоже неплохо. Кстати говоря, здесь я нашел туда сундук, этот закуточек. А там, видите, провафлил. Ну, изумруды, честно говоря, не очень сейчас пока что меня волнуют. Вот пушки, да, пушки это как бы, да. Это, кстати, первый тайник был у нас с пушкой. Я поэтому прям так офигел, это эмочка. Не в сам факт эмочка, а то, что это первое, что мы нашли такое ценное в тайнике. Это прям было важно. А, кстати, да, хранилище. Скинь пока винтовку туда. Конечно, пусть здесь, наверное, полежит, у нас нету места. Так, по поводу спуска, нет, не в библиотеку. Меня интересует, вот, к монстру, да, вот, подвал, да я понимаю. Как туда попасть, к этому блядскому подвалу? Вот в чем вопрос. Я-то готов с мужчиной, ну, поразговаривать на повышенных тонах, понимаете? А, проход правый из библиотеки, вот этот. Нас выводит в центральную комнату маленькую, а с нее есть большая лестница. Все, понял. Впитал, вот она, да? Все, окей. Нам нужны какие-то дополнительные, так сказать, преференции, нет? У нас все хорошо, у нас есть чем хиляться, у нас есть две грены. Патроны, значит, для дробаша могу сделать. Давай сделаем. Не будет, как говорится, лишними уж точно. Флешка есть. Стоп, а почему у нас нету гранат? Тяжелая граната. Более крупная ручная граната, обладающая повышенной убойной силой. Это погодите. Это убер-мега-ультра-граната. Это немножечко другое. Так это ж еще лучше. Как раз таки для мега-твари, которая там вроде по описанию сразу нас убивает. Это прям то, что нужно. Ага, и вот здесь у нас лифт работает. Ну поехали. Ради 8 шпинелей. Сейчас я любую мразь превращу, блядь, в пыль. Уж после такого тира я готов. Вот она, сука, стоит золотая. Давай, оживай, мразь. Оживай, говорю. Еще и с охранниками. Я буду вашим инквизитором. Ага. Не ожидали? А вот грена очень сильная. По-моему, им насрать. На эту очень сильную грену. Я не знаю, почему. Нет, этому не насрать. Первый пошел. Так, сказали, что он ваншоты. Так что будем аккуратными. Братанчик. Так, корешей его убрали. Хорошо. Ебать, ты что разошелся-то, родной? Все. Желтый алмаз. Невероятно сложный, непробиваемый, несокрушимый Джонни Сильвер Хед. Каламбур, извините. Каламбур просто это моя сильная сторона, как бы я в каламбуре мастер. Кто там, блядь, шевелится? Сука, я не Эшли. Если еще ебало снесу на раз. Я уже как будто не Леона Кеннеди отыгрываю, а Криса Редфилда.
Кстати, вот хороший вопрос. Жду ответа в комментариях. Как думаете, Крис Редфилд, вот из Виллейджа, да, мы видели парня, и из пятого резидента, который кулаком, блядь, проламывал двери у Хаммера, он бы смог с кулака вот эту каску пробить нахуй просто, вот с металлом вместе с жижей? Что мне кажется, что да, то есть он бы не стал стрелять. Он бы просто ее смял, как гребаный Халк. Так, да, собираем ресы. Слушай, ну довольно, зато быстро мы справились, без особых потерь. А еще как-то... Нет? А нельзя пролезть снизу там под вами? Ладно. Тут, кстати, тройные прям бочки нас одарили ресурсами, что мы сюда, так сказать, сходили. Время свое потратили. Я просрал две грены, наверное, это как-то повлияло на общее количество урона. Да? Но если у нас они были, чё-то я должен был их жопить. С другой стороны. И так все в жопу ресурсы. Настало время не жопить ресурсы. Так, автоподбор. Ну это сейчас 11 шпинелей. В плане, конечно, обмена сейчас глянем. Может, что-то у нас там получится себе заполучить интересное. Так, это выход в библиотеку. А нас интересует выход... А там, по-моему, и так можно выйти, да? В общий зал. Ну, пошли так сходим. Так сказать, классическим проходом. Это же проход классик, я правильно понимаю? Да, это классик. А там дальше сюжет начинается. Сейчас сначала сходим к торговцу. Сейчас еще полчаса поебашим в тире. Значит, ты выполнил просьбу. Спасибо, друг. Отлично, есть плюс 3, есть плюс 8. Я продаю много отличных товаров, чужак. Так, ну и супер ценного, что у нас как осталось? Как нам удалось добыть все это? Ложка ТМП нас не интересует, наверное, слово совсем. Матильда тоже. Порох за 3, 10 штук, ну это вообще смешно. Это, хотя 10 штук, может быть, интересует. Чашка. Из того, что я вижу, она без инкрустирования. А нет, по бокам есть 3 прямоугольных углубления. За 3 шпинели я получаю себе 3 прямоугольника. Это неплохие деньги. Ложка для Реда, мощный прицел для винтовки. С тремя степенями увеличения. Да я прошлыми-то не пользуюсь. Мне хватает одной вот этой иксовки, чтобы видеть голову. Красный берил. Красная трава. Ложка для ТМП. На полном серьезе сейчас, наверное, беру себе вот вазу. Интересный выбор. Остальное пока, наверное, трогать не буду. Здоров, хоровий, ходи в любое время. Так. Как-то странно, вот кончились крутые прокачки за эти шпинели. Лучше было бы, какая-то, не знаю, величина магазина экстремальная там для пистолета, что-нибудь такое. Кстати, а вот интересно глянуть, знаете, что? Ой, извините. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? А, он у нас здесь не подписывается. Ну ладно. Ну, конечно. А зачем приходить? Сейчас, не бухти, я хочу сейчас этот. Нет, хочу. Достань из хранилища винтовку штурмовую. И арбалет. И Red тоже достань. Давай сейчас мы скинем, наверное, свою винтовку. Хочу просто глянуть вот эти вот жетоны прокачки, улучшения суперские. Типа, что привет. Там, что доступно будет по спецжетону. Так, по спецжетону у нас, значит, это я уже смотрел. У тебя есть купон? Слав. Кстати говоря, ну, очень дорогая прокачка. Чужак. За 100 косарей, если что. Мы оцениваем по ценникам здесь, как у револьвера. Увеличение силы в 1.5 раза. 5 степеней прокачки. Как будто Red, блять, реально имба, я его сторонюсь. Просто я так уже прикипел к этому лазерному прицелу. Охуительному. Секундное попадание сразу в цель. 100 косарей, блин. Ну, то есть да, мы оцениваем игру с математической точки зрения. Мы понимаем то, что дорогая вещь с жетоном, это типа что-то невероятное. 100 косарей пока что самое дорогое, что было из списка. У винтовки тоже за 100 косарей, тоже увеличение силы 1.5 раза. Тройной урон по уязвимым местам, пробивное действие, можно устанавливать различные прицелы. Тройной урон по уязвимым местам, звучит прям вообще круто. Прям звучит пиздато. Что это? До встречи. Ладно, пока еще не финал, пока еще... А, подожди, еще арбалет не чекнул, арбалет. Он там был в списке, интересно. Привет.
Ярбалет. Что у нас с арбалетом? Просто боезапас два раза. Ух ты. Ну я, наверное, пока пожоплю, а там тогда потом посмотрим. Да, пока пожопим. Может, все-таки этот гребаный ред испытать? Цифра 9. Тут еще что-то написано про калибр. Но это же 9-миллиметровки, по идее, они подходят в него, правильно? Блядь, ну каратель 100 косарей стоит, у нас реально имба. Сука. Короче, не знаю. У меня есть вот это вот мое любимое, да, как бы. Я не хочу, типа, ничего другое себе почему-то. Давайте после босса тогда об этом подумаем. Пока пойдем со своим комплектом стандартным. Так, по поводу сокровищ. У нас тут две тройнушки, значится. Объединение. У нас есть три красных. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. А это все, это что, это утроение? Это на 1.4, это 47 тысяч денег. Вау. И у нас есть котик. У котика, значит, две вот таких и одна красная. Но мы понимаем то, что... В плане цвета у нас только красная и стыкуется. Я могу за три шпинели сейчас, в принципе, ну, как бы, если что, красную выменять. С другой стороны, как бы, тратить сейчас шпинели на гребаный самоцвет не хочется. Поэтому можно просто вставить одну фиолетовую в центр. И две желтых по бокам, и будет тоже все классно. Верно? Два камня, бонус. Но хотя вот тут видишь, как сделано, падла. Это все под умножение. 42. Если ставлю красный, будет, наверное, под 50. С другой стороны, бля, это просто деньги. Деньги в этой игре фармятся и так. Тратишь шпинель, шпинель все-таки уникальный ресурс. Единственное, что желтые глаза не смотрятся у него в глазах вот здесь, некрасиво. Но как бы нас это особо не волнует. Привет. Так, самоцветы 2, золотая рысь, чаша искупления. Итого, готов итого. Купить почти 94 тысячи рублей. О, я щедро заплачу тебе. И теперь у нас есть варик апнуть что-то жетончиком. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Бля, честно, очень хочется попробовать... А, у нас еще и боевик же появился. Но я не буду брать, наверное, он сильно хуже, чем... Эти деньги отобьются с чем, собственно, наш дробаш, потому что очень большой спрей у него. Еще чернохвост же ж есть, да, компактный мощный пистолет. Сука, я прям хочу попробовать сраный ред, но этот прицел... Ну, блин. Туда сразу сотку въебашить. Это будет вообще нерационально купон на такое просрать. Сука, спонтанное решение. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие — грань между жизнью и смертью. Бля, правда, я не знаю. Я, короче, сомневаюсь, я не знаю, кто. Давайте, ладно, я реально сейчас то, что я хотел, наверное, я сделаю. Мы сейчас сходим к боссу, как мне кажется. Не факт, что, конечно, он там будет. Да, если будет супер плохо, мы вернемся и перепрокачаемся. Пока придержу деньги при себе, немножко подумаю. Наверное, стоит просто сделать отрубку. Прям отрубку. Продать прям карателя и поиграть с Редом. Пока есть у меня каратель, я просто буду сомневаться, типа, что он такой классный, вкусный и прекрасный. Вот, поэтому... А потом буду, собственно, снимать ролики, писать посты в телеге у себя, что, типа, имевший не ценим, а потерявший плачем. Этот лазерный прицел, позволяющий попадать четко в цель, без секунды промедления. Ну, такое тоже может быть. Ладно, поехали. Пока так, а там посмотрим. Да. Что-то все в какой-то жиже. Ебать, это что такое? Это что такое? Ёптель-моптель. А это что, извините? Это что за эти... Что за прерии царя Соломона? Обалдеть. Какие-то, блядь, жуки начались. Так, а у нас здесь перелаз. А-а-а, здрасте. Ебать, как тебе вот так вот нравится? А, я отбился.
Ёб твою мать, что так быстро все? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, спасибо ножику за то, что спас меня. А, понятно, у нас вход, значит, еще не совсем простой. Ну, конечно, как оно обычно и бывает. Блин, а здесь что, нужна, походу, снопа жесткая, да? Тут как бы не до дробаша, я дробаш качал. Так, ладно, ножички вроде у нас есть, рыба есть, поехали. Ну, кстати, сейчас, возможно, будет как раз-таки каратели решать в этом моменте, не зря я не поменял. Потому что нужна мгновенная точность, я немножко не успеваю за этими тварями. Там, правда, ради дистанции была прям, ну, полметра перед носом. Да? Так, о, патрончики нам выдают. Как раз-таки еще и большой боезапас в магазине. Это круто. Так, аптечку дали. Кстати, мы уже купить лечебный спрей, да? Летают какие-то вороны, какая-то часовня, что-то там строится. Ну, красивое, красивое сооружение. Только какой с него прок? Не ясно. Ну, красивое. Так, хроники изыскания. Ля, мне кажется, слово изыскание и взыскание только я использую вообще в мире. Июль, спустя 2 года после моего пробуждения, господин Рамон доверил мне поистине богоугодное дело. Исправить изъяны нашего человеческого облика и прийти к идеалу, который мы видим в наших членистоногих собратьях. С радостью посвящу всю свою жизнь этому делу. Январь, спустя 4 года после моего пробуждения. Мои попытки внедрить черную жидкость в тело скоро увенчаются успехом. Утроба, вот ключ к всему ответу. Чистая душа оказалась очень податливым, гибким созданием. Январь, спустя 6 лет после моего пробуждения, я назвал священных личинок, что носят в себе избранные У-2. По первой букве своей фамилии, ведь они порождение моей собственной плоти. У-2 почти достигли размера взрослого человека, но продолжает питаться и расти. У меня получилось, я вывел новый вид. Господин Рамон оценил мои старания и благословил меня в похвалу, ему понравилось У-2. Он назвал меня... Он назвал их навистадорами, то есть незримыми. Мне сказали, что его святейшество, владыка Седлер, тоже доволен моей работой. Это великая честь, я едва вижу кончик пера, потому что глаза мои наполнены слезами радости. Его верный слуга Исидра Уриарте Талавера. Просто, блядь, набор букв, который не складывается вообще ни в имя, ни в фамилию, ни в отчество. Какой-то ужас. Чудо, Усидре... Дальше я уже забыл, извините. Так... Нам, видимо, сюда. Сейф-точка произошла. Какой красивый, мать его, зал. И нам здесь прям дают порох. Видимо, сейчас будет некрасиво. Сейчас нам будут бить хлеборезку. И у нас где-то здесь на разных ярусах находится сокровище. Классно. Ага, 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 конечно, 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 ребята, конечно. Конечно, Рамон, Рамончик, братанчик. Ебать, а это проблема. Одну падлу не увидел. Слушайте, а у них хорошая самоликвидация, я вам скажу. Потому что они лопаются, не мешают мне. В отличие от зомби, которые имеют вторичку... перерождение. Это прям классные ребята. Просто лопаются, взрываются, дают деньги. Сапфир дают. Ну, пока что здесь каратель просто доминирует над ними. Ага, 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 конечно. И тебя вылечим, блядь. Сейчас мы здесь всех, сука, священным свинцом вылечим. Сейчас, 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 пацанчики, сейчас. Слушай, то, что с них падают сапфиры, как семечки, это нормально? Так и должно быть? Ебать, зарежу. На! Все, просто падают сапфиры. Тоннами. Так, патроны револьверные. Здравствуйте. Хорошо. Какая-то скрипучая, разотная пошла музыка. Как будто мистер композитор упал хлеборезкой на, собственно, клавиши. Так, а это что, это шорткат, да, обратно? Можно открыть его. Давай, откроем.
Сейчас, в принципе, можно пойти сохраниться еще раз, чтобы потом не переигрывать по 10 тысяч раз. С другой стороны, пока что нам ничего не угрожает. Ну, как бы... Ну, эти ребята просто милые создания. Я не знаю. Чувствую себя просто доминирующей формой жизни. На фоне этих бесполезных кусков жижи. Они же просто бедолаги. Ребятушки. Куда ты улетела, сука? У тебя, возможно, был сапфир. А ты упал вниз, крендель. Еще и по очереди встают. Но, кстати, если даешь им время, типа, попрыгать, то патроны всирают. Кстати, патроны-то уже всрались. То есть все было весело, пока были патроны. Уже как бы не весело. Так, зона торговца? Реально? Дополнительная здесь? И какая-то тележка куда-то ведущая нас. Ага. Пока. Просто в бездну. Что, ты вылазишь, что ли? Красный жук. Символ Египта, если что. Так, у нас там по центру кого-то прям выблевало патронами. Надо пойти собрать. Это мне нравится. Ох ты ж, блядь! Я не сразу эту фишку понял. Они в камни превращаются, мне показалось. Подожди, или она невидимая была? Может, они поэтому незримые? Я только сейчас об этом подумал. Почему они незримые, если они очень шумные? Видимо, поэтому. И еще. Блять, улетела опять в помойку. Сука. Ну, ножик есть, поэтому пока не страшно. Блять. Немножко веселья. Немножко сапфиров. Что еще есть? Просто фарм точка. Так, слева что-то кряхтит. О-о-о, дали еще до хера патронов для этих тварей. Блять, зал просто невероятный. Так, а мы куда вообще здесь двигаемся-то по этому залу? Я что-то так и не понял. Какие, блядь, края? У нас на этом ярусе по центру есть сокровище, которое я почему-то не вижу. Здесь, что ли? О! Ручная граната, это не сокровище. Ну, для кого-то, конечно, может быть. Подожди, подвеска, что ли? Да кто кряхтит-то, блядь? Вылезай давай, падла. На этом ярусе. Вот конкретно в этом туннеле. А-а-а! Как говорится, смотрю на нее, но не вижу. Все, значит, этот вопрос мы порешали с сокровищами. Направо у нас пока что дверь закрыта. Понял. Тут тварей пока я не вижу. Там какие-то снизу есть, но они, видимо, все, у них очко придавило конкретно. Они несут фатальные потери. Так, у нас здесь подъем на второй ярус. А здесь просто проход. А-а, подожди, он закрыт. К мистеру торговцу пока что нельзя. Так, второй ярус. Да. Блять, бытовая битва, прям уже бытовая, понимаете? Ты будешь там это, повторно взлетать? Давай, я тебя жду. Пока нос почешу. Давай. Залетай на уровень, собственно, пола. Залетай. Ага. Все, молодец. Тут можешь умирать теперь. Первый тир ворот. Там еще и два тира ворот. Безопасности просто невероятная. А, такая же находится на той стороне. Все, понял. Побежали.
Что-то реально как-то я буднично прям так, знаете. Вроде должен был удивиться этому. Но как-то пока что слабы, но мы понимаем то, что у этих тварей это же насекомые, у них принцип очень прост. Вот это расходный материал, у них как бы сила в улье, в количестве. И где-то есть такая срань, как матка. Да, которая будет сильнее, чем все вместе взятые. Вот с ней вопрос уже, говорится, возможный. И вопросы без легких ответов. Ага, да, да, они могут превращаться в объект утвари. Блять, я на КДшке, бля. Такая нелепая смерть сейчас могла наступить. Вы только представьте. Просто нажал откат патронов. Вот мне захотелось. Так. Ага, ага. Но мне кажется, кстати, их маскировка работала бы, если бы они не журчали, как ёбаный пылесос Керкер. О, музыка пропала. Видимо, это был последний. Максимально буднично, как будто я сходил в тир. Вот я в тире с таким жрецом, мне кажется, стрелялся. Типа, ну, кто-то есть, что-то делает. Да. Вот дальше уже, мне кажется, не будет буднично. Сейчас там что-то более веселое начнется. Так, а у нас там... А, извините. Нельзя пойти? Вот там не открылась у нас дверь? У того молодого. Нет, до сих пор красная. Блин. Вот, сука, вот дальше вообще не буднично. Так. Рыцарь из тебя так себе. Твоя принцесса оказалась весьма упорной. Должен сказать, она доставила немало хлопот. Куда он вещает, эта маленькая дрянь? На, патрончики. Собираю все, что вижу. Нам дали ресурсов. Не так уж прям, чтоб много, но что-то дали. Так, в воде рыб нету. Кстати говоря, какая-то низкополигональная полужижа на фоне того, что было в той прекрасной водичке. А что такое? Не понял. Есть второй противовес или что? Так я его не вижу. Желтая плямба слева. Подождите. А! Спасибо, что нарисовали там эту плямбу. Хер бы заметил. Но нет, сейчас впереди точно будет что-то жесткое. Ох, ребята. Ну давайте подумаем над этим делом. Не, ну, да не, есть, есть чем хиляться. И так, сразу красно-зеленую. Да не, есть чем вмазываться, есть. Стоп, винтовка пропала из быстрого доступа. Идти тебя за ногу. Вот оно чё. Тут тоже патрончики имеются. Блять, опять эти. О, их еще и двое, сука. Это очень плохо. Это которые работают на звук, у меня с ним проблема. Что я в прошлый раз его не убивал. Я в прошлый раз его просто в тупую заломил. Ебать, лучше бетонный, что ли? Ебать, летит нахуй, летит. Пошла, Грена. Есть. Точно есть? Да я, блядь, по поводу есть не уверен. Что-то бежит за мной, что-то бежит.
Тихо. Ой, блять, как я затупил с кнопками ебучими. Это вообще мрак. Ебать, да, да успокойся. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, одного не стало, одного не стало. Я хотел дать в него с револьвера, с бабочки, и просто развалить. Но вы, наверное, видели, что произошло. Казус некий произошел. Ой-ой-ой, я это, я ради прикола. Ебать, он уже здесь. Чего, блядь? Ты что, летать научился? Так, ну да. Ой, бля, он там из своих в расход хуярит. Ебать ты сумасшедший. Попал. Добиваю, добиваю, добиваю. Все, хорошо. Блять, он еще из своего под конец пизданул. Ух, здесь столько ресурсов. Рог единорога. Ну, допустим. Второй. Что, какие-то подарки для Эннитера из Ингерберга? Патрончики. Слушайте, возможно, было бы тяжело, если бы... Даже не знаю, если бы что. Как будто я не ценю этот пистолет. Я вот сейчас начинаю понимать и все больше начинаю ссыковать по поводу смены карателя. Как будто я не ценю карателя там, где, возможно, надо его ценить. Вот сейчас... И вот с теми рыцарями, которыми я ебало вскрывал с пистолета, они вскрывались кратно хуже с дробаша, хотя у дробаша больше урона. Почему? Потому что у пистолета-каратель есть так называемое пробивное свойство, которое в игре не подсвечено. Как будто здесь сейчас проходил урон по спине, даже если я промахивался через броню. Был дзынь, но ему было больно. Как будто если бы это был обычный пистол, не было бы, если бы не попадал четко в мякоть, прям вот в мякоть, в эту хуйню, в этот отросток, то он бы меня просто игнорировал. А здесь как будто каратель это компенсирует. Я вот просто этого не знаю. Вот где это, блядь, посмотреть, это пробитие вот это вот. То есть это, видите, это по аналогии с миром танков, иметь большой урон не всегда круто. Да, вот как бы есть ИС-7. Пушка неплохая, но без подкалибера там бронепробитие очень маленькое. Что-то, по-моему, 230 или 240. Херку пробьешь в ближнем бою, будучи тяжелым. А есть какой-нибудь там, не знаю, суперконь. Суперконкуэр. У которого там на ББшке уже там 265 пробития. Урона меньше, пробития больше. И точнее. Вот и выбирай, как говорится. Так, стрелы взяли. Ну, прям было довольно просто, я бы сказал. Тут у нас два рога вставляется, мы выходим, да? Тайников нету никаких. Дальше тронный зал. Прям тронный, сука, зал. Ну, патроны на пистолете есть, поэтому я как бы во всем уверен. Честно говоря, вообще никогда потом не подумал, что при таком выборе оружия, которое есть в игре, я буду уверен, сука, в пистолете. Типа, есть каратель, есть два магазина на карателе, я уверен, все, типа, я готов. Странная, конечно, ситуация. Опа, автоподжиг. Или автоподжиг. Зажигание. О-о-о, там кому-то делают больно. Может, не пойдем? Кого я обманываю? Эшли! Это что, кетчуп? Стой! Нет, не подходи ближе! Что с тобой? Берегись! Блять, это спецназ! Да-да, продолжайте. Нет! Не противься, милая. Так ты лишь усугубляешь свои страдания. Тазик с оливьешкой несут. Прошу, прошу. Ой, бля. А чё это за тосол или бензин 95-й?
Aquí nos despedimos, señor Кеннеди. У нас есть парашют. У нас есть руки. И что, обратно полезем? Держись, Эшли. Я иду к тебе. Там всего было 200 метров. Мне кажется, мы бы смогли доползти на руках. Без проблем. Я молчу про то, что мы, в принципе, тормознули руками. Это, ну там, кисти выдержали нагрузку, превышающую в 6 раз, блядь, нагрузку. Я даже не знаю, на что, блядь. На мембранное кванто-адамантивое, блядь, гиговолокно. Так, женщину полным баком залили 95-м. И, судя по всему, она не машина. Испустил дух? Нет, он просто сдох. Мы в какое-то очко упали. Без карты, без ничего. Недра. А тут сейчас явно какая-то срань будет. Вот именно прям срань. И такая со скримерами из ниоткуда. Вот что-то сейчас, сука, вылезет. Какие-то, блядь, катакомбы с Абзиру. Парень справа сейчас оживет. 3, 2, 1. Удачно приземлился. А, нет. Чё у меня жил-то? Бля, сломали всю классику хорроров. Блин, давно они здесь. Это какие-то древние склепы, что ли? Тысячелетние. Что это? Лицехват, видимо. Началась вселенная Чужого. Сейчас полезет какая-то срань по стене. Ну это катакомбы этих жуков, я понял. Нет, ну сами жуки нас особо не пугают, честно говоря. Если, конечно, нет каких-то дополнительных подвидов. Ну, более страшно, чем те, что были. Что они могут, сука, быть. Ведь арахниды-воины. Ага. Вот оно чё, понимаете? Вот оно чё. Вот здесь-то они посильнее себя чувствуют. У нас щит сломался и мало жизней. Так. Похиляемся. Водички-то они могут прям ныкаться и в темноте. Тут их зона. Это тебе не светлый, сука, зал. Блин, не успел падлу загасить. Теперь она у нас где-то здесь. Так, а что там у нас по сокровищу? В конце, возле подъема, понял. Смотрим в оба, или это не сработает сейчас? Так, куда идти здесь? Ладно, они дурные, у них есть небольшой минус, это их глаза. Очень сильно палятся. Прям очень, сука, сильно ваши глазюки вас палят на фоне общей картинки. Если бы не глаза, была бы проблема. Но глаза просто сказка. Такие красивые. Так, а тайник находится на моем уровне сейчас. То есть находится где-то снизу. Его нужно найти. Вот там, что ли? Ага. А как попасть сюда? Тоже хороший вопрос, да?
Тут еще и хилочки плавают. Слушайте, а водичка что, получается, не мертвая? Водичка-то хорошая, слушайте. А хуйня тут, блядь, это, спинник надо закидывать. Тихо, там, по-моему, еще плещется слева. Блин, я не брал приманку. Это что плывет? А, ну это несъедобная рыба. А это съедобная рыба. Сука, фальшивка. Фальш-окунь. Просто фальш-окунь. Так, это все окуня были. Я любитель просто дополнительных хилочек. Прям обожаю. Вроде больше не вижу. Так, стоп. А что по поводу тайника? А, я иду к нему. А это что? Записка пленника. Еще один помер. Сколько времени прошло с тех пор, как меня здесь заперли? А, жалкие крохи, которые нам выдали тогда, уже давным-давно съедены и больше еды нам не дают. Голод и жажда просто невыносимы. Многие вынуждены пить черную воду. Арминью обратился первым, он был так слаб, что даже ходить не мог, но внезапно как с цепи сорвался. Буйствовал так, что прикончил двоих, кажется, черную жидкость лучше не пить. Дружище Абеларда тоже помер, хотя боролся до последнего. Мне остается лишь похоронить тела, как положено, и молиться, чтобы их души обрели покой. Господи, за что мы послали, нам послали эти испытания? Так, стоп. Элегантная корона. С кучей вставок, это круто. Так, а сюжетный проход у нас... А, здесь. Ну конечно, 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 блядь. Работаю, значит, с демонтажником зданий, помещений. Вообще в легкую. Просто не почувствовал. Ёбаный кирпич средневековый. Эх, блядь, не было Леона Кеннеди, конечно, времена, не знаю, какой-нибудь столетней войны Франции и Англии. Он бы, наверное, замки брал просто в одну ногу. Ага. Что ж такое? Несварение, блядь, желудка. Так, где наша экспериментальная мегатрава? У нас там же место кончается. Бабочек можно убить, интересно? Ладно. Блядь. Хочется попробовать. Нет, они бессмертны. Все. Я теории ради, не более, не менее. Два трупа крыс. А вдруг квест сейчас будет, не знаю, новый какой-нибудь дополнительный. Так, еще красная трава. Одаривают, прямо одаривают нас ресурсами. А, ну впереди у нас босс-файт, мы возвращаемся в тронный зал. Я понял. И ручная грена, ты посмотри, у нас здесь аппаратура. Водоподкачка. Судя по скрипу, как будто... Сокровище, которое на карте не подсвечено. Красный берил. Это я заберу. Тихо. Ага, ну для начала у нас здесь будет сейф-точка. Стоп. Где эта маленькая дрянь? Просто в куче говна там нас засовался. И игрушки рифмуют не зря, чужак. Так, а что у нас там, кстати, по сокровищу, которое мы только что нашли? Етить, колотить! Это что это? Это есть варик X5 здесь выдолбить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Есть вариант тут, кстати, X5 долбануть, прикиньте. Обалдеть. Тут даже вот такую перемешку уже получается дорого-богато. 70 тысяч, это 2 плюс 2 на полтора. А если собрать одноцветку через красный, это вообще будет разрыв жопы. Это жестко. Привет. Так, скоробей, двенашку стоит, забирай. Славная сделка.
Ну, один белый я могу взять, да, один могу взять, но нужно там что-то было три красных. Как нам удалось? Приходи в любое время. То есть нужно еще два таких найти. Что как бы сложно. Так, ну вы же, наверное, понимаете, что мы сейчас тормозим над самым интересным, как он обычно и бывает, да, что вы потом не спали, как бы плохо себя чувствовали. Но это все шутки, да, то есть чувство будет у вас очень хорошее, потому что потом время пройдет, будет новая серия, вы такие... Эх, блять, поехали бить босса. Вот, так примерно и будет. Поэтому на этом мы пока что заканчиваем. Итак, большая серия. Доползли, тир потрогали, Эшли нашли, ее залили. У нас все хорошо, денег много. Впереди что-то очень веселое и интересное. На этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки. Пока-пока.